Здравия, мир. Ну давайте чё, проходить тогда четвертую главу? Hitman Go. Надеюсь, все будет на этот раз хорошо. Так, мы где закончили? Третья, это четвертая, да? Подождите, дайте я проверю, а то сейчас пропущу. Да, все правильно. Я там попроходил уровни на 3 звезды или на 3 вот этих вот фиговины, как их там фиг понять. Так, надо здесь заценить, что у нас тут, какой уровень-то огромный. Это типа так подозреваю, что-то типа Маракеша местного, как вот в последней части Хитмана. Ладно, поехали. Что тут у нас? Чем нас Хитман удивит? Каждая обычная главе что-то было новенькое. Интересно, в этой главе что-то будет еще? Так, значит, у нас есть охранники здесь, да? Так, эти идут сюда. Сюда, сюда. Ага. Угу. То есть, если я сейчас заберу ключ, у меня жопа. Ладно. Я понял. Так, окей, ворота открыты. Ага, то есть кейс я тоже не заберу, здорово. Ладно. Но я все равно хочу забрать кейс. Так, тихо, спокойно. Окей, хотя бы кейс заберу на первом же уровне. Все, нормас. Окей. Ну, это слишком легко. Пока ничего новенького я не вижу. Так. Что у нас тут? Ага, то есть я уже не заберу ключ, да? Ну, красота. Хотя, не, подожди, тут... А, ну хотя да, не заберу. Просчитался я чутка. Значит, надо отвлекать охрану. Так, а как нам ее отвлечь? Туда кинуть? Ну, давай сюда кину. А, это бесполезно. Здорово. Не, отвлекать надо по-любому. То есть нужно... Вот этого вот первого охранника как-то отвлечь. Скорее всего, вот сюда. Желательно бы. Так, ага. Он назад возвращается. Так, дверь у нас тоже теперь открывается. Но как бы... Ну, в принципе, можно кейс забрать. Давайте попробуем. Почему бы и нет? Нормально. Ладненько. Пока все как-то слишком прям легко. Так, здесь у нас снова пистолеты появились. Так, а как нам? Ну ладно, мы тогда вот так. Минус 2. У нас теперь свободная зона есть одна. Теперь надо как-то вот этих вот чуваков еще намахать. И ключ забрать. То есть эти ходят до самого конца. Ну ладно. Нормально. Нормально. Ну ладно, едем в четвертый уровень. Не, ну полигончиков, конечно, на модельке могли бы добавить. Реально маловато. Прям видны полигоны. Все-таки, блин, эта игра и так жрет мало. Ну да ладно, то я уже что-то придираться начинаю. Так, а как нам здесь туда пройти?
Опа, это что-то новенькое, слушай. Это что-то новенькое, какие-то охранники с собаками. Это реально что-то новенькое. Ой-ой-ой. Это отстой. Ясненько, прекрасненько. Короче, я понял, надо отвлечь внимание собаки, то есть она агрится. И у нас есть возможность, короче говоря, свалить. Так, а что теперь дальше будет? Как бы. Ага. Окей, то есть минус 2. Вот это крутота. Ну и все, да? Ну, норм. Так. Тут еще больше охранников. То есть это теперь наши новые соперники, блин. Так, значит, надо забрать ключ. Ага. Можно кинуть косточку, типа, да? Но я лучше заберу ключ. Теперь на меня все согрелись, короче. Ладно. Давай попробуем с косточкой, короче. Вот сюда им кинем. Блин. Походу жопа. А, не, нормально. Нормально, нормально. Так, туда я лезть не буду, ну нафиг, я так пройду. Ну уж кейс я не забрал. Тут уж ничего не поделаешь. Текс. А как тут-то пройти? Ну, я так полагаю, кость мы не заберем никак, пока не отвлечем охранника. Его обойти придется, значит... Так, кейс я тоже не заберу. Ага, значит придется отвлекать охрану в любом случае, да? Красотища. О, круто. Так, а вот что теперь делать? Мне либо забирать кость, скорее всего, придется. По-другому-то никак. Ну и мимо охранника я того просто так не пройду. Значит, придется убирать этих чуваков. Наверное, ну и вот таким каким-то образом. Ладно. Там, конечно, можно было его убить и сбоку убрать, то есть пробежать, ну ладно. В принципе, я мог бы пройти... А, не, без убийства я не прошел, ну ладно. Неважно. Ну, а там какой-то босс у нас со снайперкой сидит, что ли? Да ладно. Сейчас, походу, весело будет. А, так это новые, еще новые противники, да ладно. Сколько можно? Собак и так с поводырей с собаками накинули, так еще и... Теперь снайперов, ё-моё, а как мне выйти теперь, если в меня лазер-то целится? А-а-а, нихера себе. То есть я могу попасть под луч лазера только в том случае, если его тут же перекроет второй чувак, то есть противник. Обосраться можно, вот это да. Вот это сложнота. Ё-моё. Ну серьезно. То есть это мне теперь... То есть только вот таким образом, значит, да? Крутота. То есть теперь надо убрать этого. Угу. То есть теперь вот так. Ну и как-то вот так. Охренеть. Да здесь можно было без убийств пройти, да ладно? Нихера, что-то я сомневаюсь. Слишком сложно.
Блин, вот это интересно. Цель под защитой двух снайперов. А где я? А, вот я. Тут хер простышь даже. Так, у нас тут какие-то... Охрана... Ну, охрана, короче, короче, все сразу. Ясно, ладно. Так, значит, сюда, наверное, потом... Эй, алло, чё я... А, в другой люк. Ну ладно, давай попробуем. Так, ну допустим, окей, дверь мы открыли. Теперь мы поводыря устранили. Далее, значит, что там спрятано? У нас там... Блин, плохо... А, там банка, да? Ну давай за банкой. Ладно. Так, допустим. Допустим, допустим. Давай сюда кину. Уберу охранника, теперь сюда. Уходим по этому люку. Убираем, собственно, охрану. Ну и, наверное, все. Ну да. Красота. Неплохо. Ну, правда, что-то вот этот вот как-то прям... Вот эта глава прям проходит, четвертая вообще как-то очень прям изи. Изи-пизи. Да, круто. Ничего не скажешь. Ладно. Здесь, судя по всему, опять же снайпер. Надеюсь, у нас выход у нас там. Угу. И я сразу попадаю под выстрел. Здорово. Я-то думал, будет все гораздо проще, но нет. Ладно. Так, тогда, значит, делаем вот так. Теперь вот так. Ух, обосраться. Слушай, это прям вообще обосраться. Да. И не прокатит ни хрена. Ладно. Значит, повторяем все то же самое. Вот это вот пошел, короче говоря, уровень уже сложный. Так, а зачем нам вообще тогда туда? То есть я все равно не успею. И убрать этого охранника я не успею. Тоже меня убьют, как бы, похоже. То есть можно попробовать... То есть уйти сюда, это сделать, чувак, один ход. Потом я могу попробовать уйти. Вот таким вот образом. Отлично, он мне закрывает обзор. Точнее, обзор снайперу. И теперь надо каким-то хитрожопым образом понять, куда мне дальше бежать. То есть, если я побегу сюда, я нарвусь на охранника, то есть мне будет жопа. Если я побегу туда, я не попаду туда никогда. То есть, мне надо что-то придумать. То есть, надо как-то намахать вот это вот, скорее всего, охранника с собакой. Хотя не факт, опять же. Да что-то я как-то не уверен, прям что-то какая-то жопа. Ну ладно, давай допустим. Угу. Угу. То есть теперь таким образом получается, да? Ну красота чё. А как же мне убрать охранника, если ее убрать невозможно, в принципе? Так, ну так, короче говоря, по-моему, подловить момент. Хотя, мне кажется, он меня сейчас завалит нахрен. Блин, как мне этого охранника убрать? Я реально понять не могу. То есть, если я сейчас убираю его, у меня убирает снайпер. Вот в чем проблема. И как бы, как это пройти? То есть, вот так вот, раз и два. Реально непонятно ни хрена.
прям совсем непонятно. Прям совсем, слушай. Ну, если только вот каким-то таким образом, я не знаю. Поубирать вот эту охрану, допустим. А если вот так... Да ну не, ну нафиг, слушай, это вообще какой-то бред. Даже для отвлечения внимания ничего нет. Вообще капец. И других люков нету тоже. Хм. Вот это сложно, слушай. По-моему, надо с подсказкой проходить. Реально, я не пройду. Ни мозгов не хватит такое пройти. Походу, на этот раз. Вообще, я хотя бы понять хочу, как. А-а-а, вот оно что. Надо, блин, подставить другого. Вот это клево. Ну, здорово. Зашибись вообще. Ясно, прекрасно. Ладно, проехали. Следующий уровень давайте, что ли. Ну, это был реально сложный уровень. Надо, блин, догадаться. Подставить чувака под выстрел второго. Это очень сложно, на самом деле. Было догадаться-то до такого. Так. Здесь... Ой, блин, я сейчас опять, походу... А, не, пока нормально. Пока нормально. Блин, да. Подождать надо было. Надо было подождать. Так, сюда. Убираем охранника. Ага. То есть можно вот так сделать. Угу. Теперь сюда. А ну-ка, что со снайпером будет? Снайпер просто взял и передвинулся, нормально. Вообще огонь. Ну а почему бы и нет? Неплохо. Ну, это не так уж и сложно было. Чё это за статуя такая кривая? Низкополигональная такая. Ладненько, здесь походу надо играть в снайпера. Ну, давайте поиграем. Кого бы убрать первого? А зачем мне в статую целиться? А, в статую можно... Выстрелить, она, мне кажется, упадет. Да ладно. Нихера себе. Это не только новые противники, новые и новые фичи. Хотя, с другой стороны, судя по всему, мне надо было убрать их обоих. Как мне кажется. Да, надо было убрать их обоих. И теперь этот чувак отрезан. Отлично. То есть это новая фишка. Угу. Вопрос только в том, что теперь с собаками делать. Не, ну с собаками как бы было легко, ладно. Признаю. С собаками было легко. Но это, так скажем, демонстрация нам новой фичи, которая ждет на следующих уровнях, я так полагаю. Ладно. Пока что все довольно-таки интересненько. То есть, это я так полагаю, наверное, в конце где-нибудь этой игры... Все придется применить фичи, наверное, на одном уровне. Ну, хотя я, может, конечно, преувеличиваю. Это так мои догадки, но тем не менее. Так, а кого же нам поснимать-то надо? Ну-ка, если сразу.
Ага, и теперь я отрезал, короче говоря, обзор снайперу, нормально. Так, теперь, чтобы забрать ключ, мне надо кого-то тоже снять. Только вопрос, кого? Давайте вот его. Давайте вот так мы сейчас, короче, сделаем. Уберем снайпера заодно. Ну и все как бы нормально. Прям таки изичный левел. Да смотри-ка, что-то мы быстро как-то до конца дошли-то вообще. Вообще охереть. Ох, нихера себе тут. Сходка любителей холодного оружия, блин. Я офигею. Так, ну допустим, ладно. Я так полагаю, здесь все равно, скорее всего, надо будет всех отвлечь. Изначально. Прямо вот таким вот образом. Ага. И насрать самому себе. Здорово. Ага. Красота. Ну, допустим. Так тоже не прокатывает. Значит, надо каким-то образом отвлечь их внимание, так чтобы они все нахрен сагрились отсюда. Как раз уйдет тот охранник один. И что будет дальше, мы тоже поглядим. Блин, а убрать тоже не получается, слушай. Ха. И не так, и не сяк. Вообще прикол. А если я вот так сделаю? Так, стоп. Если я сейчас уберу вот этого, меня убьет, возможно, вот этот. А если я уберу вот этого, меня не убьет никто. И это хорошо. Далее, значит, надо убрать вот этого. Возможно, еще какого-то, не знаю кого. Так, ну, надеюсь, все будет хорошо. Так, ну, главное теперь убежать. Вот так. Вообще теперь ништяк. Так, а вот что теперь со снайперами делать? Вот это вот большой вопрос. И походу зря вообще происходил весь этот понос. Ладно, я понял. Здесь надо просто проходить как-то вообще по-хитрожопому. Здесь надо прям конкретно по-хитрожопому. Ладно. Сейчас пробую еще последний раз. Если не получится, буду проходить с подсказкой. Ну просто это реально какая-то жопа. Это тоже очень довольно-таки сложный уровень. Так, так, так. Вот теперь надо как-то их сагрить туда. То есть, возможно, вот таким вот образом. А возможно и не таким. А возможно, мы сейчас поглядим. Снайпер снял снайпера, нормально.
Ну, неплохо, по крайней мере, догадался, но все равно это сложно. Это сложно. Но, как я и обычно говорю, возможно. Так, как тут? Вообще, куда? Где выход? Я выхода не вижу. Подожди, где он? А реально, а где выход? Не понял. Ну ладно, допустим. А, вон он за дверьми. Ага. Ох ты ж нихера себе. Сказал я себе. Вопрос только в том, как мне теперь... Не, ну есть идея, можно вот так вот сделать, смотри-ка. По крайней мере, я попробую, еще бы нет. Блин, немножко камеру вот неудобно не расположили. А, ну так нормально. Че? Нормально. И все, как бы, последний 15 уровень. Серьезно. А вот и шейх какой-то. Походу. Который мешает жить народу. Ладно, сейчас посмотрим, что тут можно сделать. Так, у нас охрана не видит. Можно сделать вот так. Потом можно сделать вот так. Потом вот так. И мне жопа. Ладно, я понял. Ну, допустим. А, сейчас меня собака сожрет. Не, спасибо. Не горю желанием. Мы сейчас вот так вот сделаем хитрожопий. Угу. Так, окей, сюда. Теперь сюда. Так, вот теперь... теперь устраняем вот этих чуваков. Ну, вот так, наверное. Так, дальше... Дальше, дальше, дальше. Что, дальше меня спалят? Вот, что дальше? То есть, как бы до снайпера я не доберусь? Все равно. Поэтому сейчас попробуем вот так сделать. Блин, я затупил. Зараза. То есть, получается, если я убираю вообще сейчас всех, то таким образом я мешаю самому себе, потому что я, походу, пройти теперь не смогу. Да. Так оно и есть. То есть, если я убираю тех охранников, я пройти не могу. Интересно получается, слушай. То есть, выходит... так, что нужно... оставить охранников так, чтобы они, короче, играли роль живого щита, типа... Так это Unreal, как сложно. Это прям вообще капец. Это реально это капец. Такой сложный уровень. То есть даже если я уберу этого охранника,
Какой мне толк, если я все равно не смогу пройти через вот этих собачатников, а внимание отвлекать мне нечем. Интересно. Мне нужен ключ. Мне получается нужен ключ. И если я делаю таким образом, я все равно сейчас себя убиваю. То есть мне деваться некуда. Я либо здесь дохну, либо здесь. И ну в принципе можно сделать по-другому. То есть допустим, можно вот так сделать. Можно вот так. Смотри-ка как. Теперь мы делаем вот так. Теперь мы делаем вот так. Потом. Мы делаем вот так. И намахали только так. Ха. Вот это прикол. Так, теперь вместе с вот этим чуваком идем сюда. Ага. И мне жопано. Спасибо. Это было красиво. Ладно, я по крайней мере допер. Что как делать? Так. Да, и все равно мне это не уделать. Реально, вот я там затупил, надо было не убивать охранника, нужно было доискать другой способ пройти. Блин, да что ж я так туплю, а? Не успеваешь учесть все какие-то вот эти вот нюансы. И потом они поют романсы. Так, сюда, сюда. Сюда. Ага, красота, блин. Ну ладно, допустим, я его устраню. На всякий случай. Так как я что-то в этом уровне не особо везучий. И мы сейчас делаем вот что. Мы сейчас... Значит, если я забираю ствол и устраняю вот этого кренделя, я потом отсюда не выйду вообще. Соответственно, мне надо... Соответственно, мне надо вот так вот, как этот чувак, сделать. Значит, далее потом... Мы идем, наверное, вот так. Только вопрос теперь у меня такой, как это вот устранить отстой? Интересная ситуация получается, слушай. То есть, как бы я устранил всех, кто мне мешал. А, я же еще в ворота не попал, точно. Надо бежать туда, короче, срочно. Так, и что, я все, типа, могу цель убрать? И можно уровень завершать. Да, блин, уровень такой, блин, сложный, слушай, прям. Вообще, сложный-сложный. Но возможный. Ладно. Окей, я понял. Короче, дальше у нас будет в опере, я так понимаю, представление. И следующая серия будет продолжаться это приключение. Ну а ты, короче говоря, лайкани там, подпишись, чтобы все было зашибись.